Центре досуга и спорта «Вертикаль» ребята учатся создавать роботов. На каждой встрече клуба преподаватель Сергей Кушков объясняет теорию, показывает презентацию, а затем проводит внутренние соревнования с призами. Во втором классе я пошел как раз-таки в «Вертикаль», а там была, ну, вот здесь была робототехника, только не в этом здании, а в другом. А потом в третьем классе я пошел на электронику, и там, ну, узнал вообще, как паять, вообще все электротехники. И потом в шестом классе пришел как раз-таки Сергей Евгеньевич вот сюда, и у меня началась уже робототехника, включая программирование.